Всем привет, с вами Ирина. Получили мы посылочку от Shining Orchids. Растения, ребят, очень классные. Опять у нас получилась целая большая коробка бумажки вот этой нарезанной, да. У нас есть коробочки, у нас есть утеплитель. Вот, так что в ближайшее время по возможности будем смотреть по погоде, и все эти растения отправятся в свои новые домики. Растений, ребят, очень много. Очень много. Все они очень классные. Так раскладывали их на коробочки, поставили. Тут всякие разные есть котлейки, поменьше, побольше. Ну, в общем, в целом растения очень классные. Очень-очень классные. Мы их так расставляли, где только можно было. И под стол, и на стол. Везде так, чтобы все разместить. От ламп засвечивает очень светло. Ну, в общем, ребят, растения очень классные, очень. Я заказываю как бы второй раз у Shining, и второй раз я не могу нарадоваться, просто не могу нарадоваться качеством растений. Все растения очень-очень классные. Есть некоторые у нас растюшечки поприходили с цветоносиками. Вот, и я уже попросила ребенка, так что, чтобы не было, ребят, никаких обид, что вот мне с цветоносом пришла, а мне без цветоноса. Ну, в таком случае я просто буду ставить коробочки, подписывать и позову ребенка, просто поставлю перед ним несколько орхидеешек, и он просто будет, какую поставит вам в посылочку, значит, такая к вам придет. То есть, чтобы не было потом никаких обид, что вот я там такая-сякая, кому-то там отправила чего-то больше, чего-то меньше, кому-то лучше, а кому-то хуже. То есть, чтобы вот не было вот никаких таких вот никакой разницы, чтобы вы не думали, что у кого-то там какие-то есть привилегии, а у кого-то их нет. То есть мы будем делать вот таким вот образом. Есть достаточно с цветоносами. Очень классное растение, ребят. Я вам не могу передать весь свой восторг, когда мы распаковывали, открывали и ищем каждое растение. Мы рассматриваем и мы ищем цветоносы. Мне девочка помогала распаковывать посылочку. Вот, но она как бы немножко далека вообще от орхидей. Она заразилась моей идеей в поисках цветоносов. Это было очень классно. Очень классно. И мы действительно каждую коробочку открываем. И сразу мы в поисках цветоноса. Вот это с цветоносиком. Ура! Ой, ребят, это честно, вот как в детстве. Как в детстве радовались, прыгали. Очень классно. Я этим заказом очень довольна. Заказ пом мы пока что еще ждем. Я так понимаю, что все-таки у них какие-то, скорее всего, возникают трудности с подготовкой документов на Украину. С Шайнингом мы это уже просто все прошли. А вот, ну а пом мы только начинаем проходить, потому что это наш первый заказ. Кстати, вот эта орхидеюшка SN48. Из нашего первого заказа очень красиво процветает.